Сюда! Сила! Отвага! Доблесть! Вот что Крон подарил нашему народу! Тысяча поколений его неразбавленная кровь бьется в наших жилах! Вот что мы празднуем сегодня и каждый год перед очередным походом! Но самое главное — это кровь Крона! Вот что делает нас варварами! Самыми свирепыми воинами во всей Металлонии! Да, Кронул? Твоя очередь. А Ронал на больничном. У него справка есть. Ронал! А может, не надо? Я руку вывихнул. Когда вчера дрался. Кулаком работал. Ё-моё, мужиком, блин. Давай! Постарайся ради меня. Сейчас эпический провал будет. Твою мать! Давай еще раз! Да не могу я! Еще! Еще! Тебе, Ронал, надо поднакачаться перед походом. Но что за варвар, который топором взмахнуть не может? Недоделанный какой-то варвар. Да зачем я вообще вам нужен в этом походе? Только мешаться буду. Может, я дома посижу? Сыны Крона ходят в походы, отрываются там и возвращаются со славой. В этом же самый смог. Дядя, ты меня вообще видел? Чем я, по-твоему, чудовище убью? Разве что оно увидит мои мышцы и умрет со смеху. Эй, Ронал, я гляжу, у тебя мускулы растут. Ну ты шутканул, у тебя, походу, мозговые прыщи набухли. Что? Где? На спине, что ли, братан, не впадлу выдави? Вечно перед самой тусой что-нибудь вылезет. Слушай, пацан, походу, не мускулы нужны. Там просто надо быть настоящим мужиком. Ты докажи, что ты мужик. И походу будут в кайф, и громить врагов легко. Меня, в общем-то, только одно фундаментально не устраивает. В походе ведь можно и умереть насмерть. Фу на тебя! Качайся тяжело, давай! Тяжело, тяжело! Это сейчас...